сьогодні можемо почути Анжела Громаде з нами. Громаде, не знаю, як правильно. Перепрошую, це президентка Асоціації експертів з питань безпеки та глобальних питань. Українською ви не розумієте, правильно? Я розумію, але я не розмовляю, не зможу відповісти вам на українську. Добре, тоді скажіть, будь ласка, яке кількість українців вже приїхало к вам в Румынию за эти 15 дней войны? У нас проездом уже были почти 200 тысяч украинцев. Большинство из них переезжают через Сирет и Сакча. Но есть еще те, которые проезжают из Молдовы, потому что это самый короткий путь для некоторых из них. И через Леушен они проезжают в Румынию, и здесь остаются мало из них, а в основном они уезжают в другие европейские страны, там, где у них есть родственники или родные люди. Тут еще есть и те, которые хотят остаться временно, и для них мы ищем какие-то условия, чтобы они смогли пробыть на территории Румынии где-то несколько месяцев до того, как ситуация в Украине будет изменена к лучшему. Скажите, пожалуйста, сейчас очень много стран принимают на лечение украинцев, которые нуждаются в помощи. Румыния, страна ваша, готова принять украинцев? И, может, у вас есть информация, что кто-то уже лечится у вас? Почти неделю назад было решение властей Румынии, что 8 больниц из Румынии будут принимать раненых из Украины. То есть у нас такие решения есть, и у нас доктора уже принимают и лечат тех, кто пострадал на территории Украины, а также лечат и тех, кто нуждается в этом, и они являются беженцами. То есть даже те, которые проехали через границу, но индивидуально ищут эту медицинскую помощь. То есть есть и официально мы предоставляем медицинскую помощь в 8 больницах в разных городах Румынии, но есть и те люди, которые проезжали как беженцы и тоже получили медицинскую помощь. Была информация о том, что ваша страна готова запустить новые эвакуационные рейсы из Украины. Что вам об этом известно? Я знаю, что наши власти, я имею в виду здесь правительство Румынии, очень хорошо сотрудничает в эти дни с посольством Украины. И мы пытаемся предоставить разную помощь. Проблема в том, что эти гуманитарные коридоры не совсем безопасны и невозможно во всех направлениях организовывать их. Поэтому ту помощь, которую Румыния собирает, я имею в виду здесь и правительство, и НПО, мы предоставляем на границе, а потом оттуда есть контактные ресурсы, то есть местная власть и в Черновцах, и в Одесской области, которые забирают эту помощь и потом дальше ее несут тем нуждающимся внутри Украины. То есть сами власти Румынии не могут находиться на территории Украины, и мы знаем почему. Мы знаем, что ваша страна дает нам гуманитарную помощь, и мы за это очень благодарны Румынии. А что касается боеприпаса, вот всей оборонки, которая сейчас так нужна нашей стране, как Румыния помогает? Я знаю, что есть договоренности, как страна НАТО, Румыния предоставляет, но не предоставляет то, что вы имеете в виду, я имею в виду самолеты и так далее, но есть военное оборудование, которое нужно людям, и на это, то есть каски и так далее, как для безопасности людей, и на это собирают еще и НПО, которые работают в Румынии,
и они пытаются как-то создавать контактные пункты не только с территории Румынии, но и с территории других стран, потому что есть диаспора украинская, которая собирает для тех нуждающихся внутри Украины. Я имею в виду здесь оборонные какие-то оборонную помощь. Но так, чтобы сказать, что есть и другие мероприятия, которые вне рамках НАТО и не согласованные в рамках НАТО, я не знаю об этом. Скажите, сейчас мы выступаем за упрощенную процедуру нашего вступления в Европейский Союз. Ваша страна как к этому относится? Как государство Румыния поддерживает нас, или вы еще не определились? Сразу после того, как Украина подписала заявление о вступлении в Европейский Союз, было официальное заявление Министерства иностранных дел Румынии, что она поддерживает проевропейский курс Украины и будет поддерживать. Но также мы поддерживаем и проевропейский курс Молдовы и Грузии. То есть мы видим все эти три государства в рамках Европейского Союза и ближе к европейским реалиям. То есть мы не отделяем, и мы понимаем, что безопасность региона — это не только безопасность Украины, но и безопасность Грузии и Молдовы. Для нас это очень важно, чтобы мы создали какую-то коалицию и смогли помочь Украине приблизиться к этим европейским стандартам, и чтобы она была как можно скорее в рамках Европейского Союза. Но есть официальные решения, которые поддерживают этот проевропейский курс. Зрозуміло. Дякую вам за інформацію. Сподіваємося на підтримку Румунії під час війни в Україні. Дякую вам. Анжела Гремаде була з нами, з Румунії. Почули.